Одним из самых известных и популярных блюд венгерской национальной кухни является гуляш, сытный и наваристый густой суп с говядиной, овощами и томатным соусом. Это определенно стоит попробовать. Не обязательно ехать в Венгрию, чтобы узнать, как приготовить гуляш, достаточно ознакомиться с инструкцией приготовления и взяться за дело с душой да энтузиазмом. Густота вашего гуляша будет зависеть от количества добавленной воды, бульона. Удачи в приготовлении. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. В кастрюле на масле обжариваем измельченный лук до легкой золотистости, подмешиваем паприку. Перемешиваем и готовим еще 30 секунд. Нарезаем говядину кубиками, обжариваем мясо на масле в сковороде до румяной корочки со всех сторон. Чеснок измельчаем. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Перекладываем мясо в кастрюлю с луком, добавляем тмин и чеснок, вливаем воду и тушим на медленном огне под крышкой 2 часа. Оставшиеся овощи промываем, очищаем и нарезаем кубиками, кладем в кастрюлю и продолжаем тушить, добавив томатную пасту и специи по вкусу. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Обещанный список ингредиентов. Говядина 500 грамм, лук репчатый 2 штуки, картофель 500 грамм, перец болгарский 1 штука, морковь 2 штуки, чеснок 2 зубчика, томатный соус 1 столовая ложка, вода 1 литр, паприка сушеная 1 столовая ложка, масло растительное по вкусу, соль и перец по вкусу, хмин 1 щепотка, количество порций 4. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Пусть вам сегодня повезет.